Роботы гуляют по улицам города, как обычные прохожие. Заменяют людей на производстве. Консультируют посетителей в магазинах и музеях. Сегодня роботы только входят в нашу жизнь. Но совсем скоро сверхтехнологии и искусственный интеллект станут так же привычны, как мобильный телефон и космический спутник. Понимаете, какая штука? Они уже захватили мир, просто вы этого еще не заметили. Самое невероятное из мира науки. В цикле документальных фильмов «Большой скачок». По выходным в 6 вечера на телеканале «Енисей».